Вопрос о грантах для студентов сегодня стал самым обсуждаемым на сессии законодательного парламента. С начала действия этого законопроекта предполагалось приостановить. В бюджете недостаточно на это средств. Мало того, главный финансовый документ области уже принят, и строка на гранты в нем не прописана. Но депутаты от разных фракций вступились за инновацию и прогресс. Если мы будем ждать, пока родится Ньютон или Архимед, не вкладывают туда деньги, то он не родится никогда. Или родится так поздно, что это уже можно будет и не надо. Базовое уравнение дифференциальное было придумано в 1912 году портным по раскройке шляп. Он был математик и написал дифференциальное уравнение. Специалисты Департамента экономики приводят другие цифры. В прошлом году из 137 участников конкурс научных идей преодолели лишь 9 человек. Такое решение вынесла экспертная комиссия. Предложения студентов зачастую оторваны от реальной жизни и не имеют практической направленности. А это во времена всеобщей коммерциализации не менее важный аспект, на который и ученым тоже необходимо обратить внимание. Сегодня не уделяют внимания науке и экономике. Вообще-то, конечно, это значит не смотреть свое будущее. Я бы хотел... Вариант. Но не хватает сегодня средств, на самом деле. Ситуация есть. Грантов много. Может быть, пересмотреть критерии отбора? А сегодня на сессии депутаты привели примеры и успешных студенческих научных разработок, которые уже применяются в металлургии и в животноводстве. Мало того, на базе некоторых вузов области созданы коммерческие предприятия, которые и воплощают самые удачные идеи студентов и аспирантов. За науку сегодня вступилось большинство парламентариев, вот только финансовой поддержки в бюджете области не было предусмотрено. Чем больше средств на поддержку того или иного, конечно, это здорово. Но мы сегодня действуем в рамках той реальности, которая у нас сложилась. К вопросу о грантах сегодня парламентарии возвращались дважды. И в первой половине дня, и сразу после перерыва. В результате приостановлен закон не был. Так что студенты вполне могут рассчитывать на поддержку области для развития собственных идей. Только сумма этой поддержки так и не была озвучена. Закон о бюджете на 2010 год, он не предусмотрел расходов на выделение гранта. То есть, как в этой ситуации быть? Значит, однозначно, что надо регулировать на заседаниях будущих сессий. А сегодня парламентарии вспомнили об альтернативном варианте для всех вологодских архимедов. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства будет работать и в этом году. Там предусмотрено 140 миллионов рублей. И получить грант на реализацию нужной и важной идеи можно и по этой программе.